На толстый носок будет вообще отлично. Цвет огонь. Пуховик клевый, непромокаемый. Да. Слушай, а что тебе сказал профессор по поводу темы на диссертацию, которую ты сказала, что все будет зависеть от материала, который на Камчатке соберу. Не одна я взяла тему вулкана, к сожалению. Смотри! Классно. Маш, ты своим-то вообще сказала? Пока нет. То есть ты надеешься, что они не заметят, что ты уехала на край света и мониторит статус Тихого океана? А я, злодейка, тебя на это подбила. Тетя Инка меня убьет. Но Костя хоть знает? Да никто меня на это не подбивал. А просто увлек. А во-вторых, мы сегодня ужинаем с родителями. Я им обязательно всем расскажу. Обалдеть. И ты думаешь, он обрадуется? Я Косте сказала, как только закончим ГИМО, сразу поеду на Камчатку. Классный, да? И он сказал, что это отличная идея. Да, Машка. Ты неисправимая идеалистка. А вот и он. Алло. Все, выхожу. Пойдем. Привет. 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 Ух ты, это что-то. Ладно, удачи тебе сегодня. Пока. Пока. О. Мог бы и попрощаться. Так а я и попрощался. Слушай, я, конечно, понимаю, что вы там подруги детства и все такое, но детство-то прошло. Что ты имеешь в виду? А то, что когда люди вырастают, то меняются их вкусы. Угу. Мы совершенно разные. И к тому же она меня не любит. А у меня вкусы не поменялись. И тем более, она потрясающий человек. И отличная эколог. Угу. Поехали. Все, прям так, что ли? Ну, что, тебе не раз, как я выгляжу? Нет, Мась, ты, конечно, выглядишь бомбически в любой одежде, но мы все-таки едем в ресторан к родителям. Давай не будем их шокировать. Ну, ладно. Поехали переодеваться. Нет, спасибо. Что-то в последнее время моторчик стал пошаривать. Неудивительно. Кресло замминистра нелегкое нужно. Это да. Но все ради семьи. Ты же не понимаешь. Понимаю. Как раз по этому поводу я хотел сообщить одну новость. В общем, с завтрашнего дня я ставлю Костю своим замом. Он будет заниматься договорами с подрядчиком. Петенька, какой ты у меня чудесный. Ну, раз ты так решил. На следующей неделе объявят, что ты выиграл тендер, и все дороги калужского направления будут ваши. Отлично. Выпьем. Ура, ура. Прекрасно. Прекрасно. Я в этом году на Капри не поеду. Да? Говорят, там будет отдыхать Людмила после шлифовки шрамов, но после подтяжки. Да, я после того, как я бросил муж, она стала просто невыносимой. Да, а ты знаешь, что все равно ей удалось это вот отхватить, этот дом на курорте Форте-дель-Маре. Да? Ну, это всегда устроится же, а? Кажется, начинаю восхищаться этой дамочкой. Не говори. Шрамов нет, зато есть дом таскань. Вот именно. Давайте сменим тему. Да. Что-то долго десерт не несут. Десерт. Десерт. А вот и сам сюрприз. Кость. Машенька. Мать. Ты выйдешь за меня? Камчатка. Ты слышишь, какой дурой выросла твоя дочь? Ты для этого МГИМО заканчивала. Ой, Инка,
пожалуйста. Давай, завязывай так кипятиться. Ну, давай. Ну. Я прямо песок пульсирует. Такому шикарному парню отказала. Ты вообще понимаешь, какая сейчас проблема выйти замуж за правильного человека? Что ты молчишь? Ну что ты молчишь? Ну что за манеры? Саша! Да зачем он это при всех сделал? Зачем? Как будто он был уверен на 100%, что я ему «да» скажу. Но он мне этой фразой в угол загнал. Ты прекрасно из этого угла выбралась, моя дорогая. Давай, котик, котик, выпей. Пока у тебя рука совсем не отнялась. И немножко полежи, отдохни. А мы тут обо всем поговорим. Подождите, вы что, сговорились? Иди отдохни. А мы тут сами все обсудим. Ну и как же ты заварил? Да я знаю, пап. Вижу, как тебе Косте нравится. Да я тут при чем? Главное, твои чувства к нему. Они есть? Да. Тогда в чем дело? Да мы даже не говорили о браке. И уж тем более я не думала, что я Косте настолько нравлюсь, что мне предложение сделает. Ну, испугалась немножко. Знаешь, Марусь, в жизни важно не опоздать. Костя хороший парень. А на Камчатку ты можешь и потом съездить. Вместе с ним. Ты думаешь, он со мной на Камчатку поедет? Ну, он же тебя любит. Пап, с тобой ничего не страшно. Вау! Впечатляющий камень. Люси! Приветики! Привет! Машка, поздравляю! Покажи, покажи, покажи! Я знала, что Костя не из тех, кто будет долго ждать. Да уж, он умеет делать подарки. Да молодец, Костян вовремя понял, что нельзя терять такую красотку. С ним, пожалуйста. Люсь, ну что ты такая циничная? У нас, между прочим, любовь. Ну, конечно, судя по камню, у вас точно любовь. Сегодня по спискам. Зарецкая плюс два. Простите. Можно поосторожнее? Здорово. Что, простите? Ну, тут вообще-то очередь. Очередь, говорит. Это вам не рынок, барышня. А, кто этот парень? Балинин, бывший муж. Горан. Серб или хорват, по-моему. Она с ним так намучилась. Ну, неудивительно, что он бывший. В списке есть они. Проходи. Смотрите, Полина идет. Привет! О, привет, Полина! Привет, ты как? Хорошо, как вы? А мы только что тебя вспоминали. В связи с чем? Столкнулись с твоим бывшим. О, Господи, я тоже с ним столкнулась, к сожалению. Грубиян. Маш, слышала про твою помолвку. Поздравляю. Спасибо. Да, Машулик, за тебя. Главное в этой жизни быть счастливой. Ура, ура! Ура! Пойдемте потанцуем. А с чего бы это? Ну, расценивайте это как извинение перед входом. Или вы боитесь? Я тебя боюсь. Мы перешли на ты. Прогресс. Идем. А пошли. Расслабься. Позволь партнеру увести тебя. А ты вот так умеешь двигаться, да? А ты смешная. Я бы предпочла вернуться к обращению на вы. Ну и чем же мы займемся? Куда поедем, ко мне или к тебе?
Ой, простите, точнее, ко мне или к вам? Я не знаю, куда поедете вы, но я поеду к своему жениху, за которого завтра, между прочим, я выхожу замуж. И кому же достанется такое сокровище? Самому лучшему парню на этой планете. А у парня есть имя? Да. Костя. Брусов. А, да, я его знаю. Но чем ты еще занимаешься? Ты работаешь где-нибудь? Пока нет. Понятно. Интересно, а чем же ты занимаешься? Боюсь, мне будет сложно вам это объяснить. Я так и думала. Потанцуем? Мы уже танцуем. Mm-hmm. Ну, за потерю бойца. Жел у нас вечно любит опасных парней. Не ты. Ух ты! Кем ты работаешь, Анжела? Я инстаграм-модель. А, да ты что? Профессия будущего, да? А, он опасный? Откуда я знаю? Пусть он нам Полина расскажет. Почему у него взаим такое странное? Он этнический серб. Родители когда-то переехали. А он работает вообще? Или чем он занимается? Слушай, понятия не имею, чем он занимается и чем он занимался. Он мне никогда ничего не рассказывал. Знаю, что когда мы познакомились, у него и денег-то особо не было. А чё развелись-то? А он на полгода в Латинскую Америку укатил. А когда приехал, уже был при больших деньгах. Но мы уже тогда в разводе были. Раз Латинская Америка, значит, он точно какие-то мутные дела мучит. Вот и я про то же. Откуда у него деньги? И вон баб вокруг него столько вертится. В общем, слава богу, что мы с ним расстались. И вам не желаю с ним связываться. За тебя! Ну что, покутим сегодня? Как считаете, а? Костя! Костя! Я тебя представить хочу. Это Артур, хозяин этого заведения. Вот такой мужик. Он делает нам персональную скидку. Очень серьезный человек. Очень. Благодарю. Наслышан. Значит, женитесь. Кстати, невеста у Кости отпад. Дочка замминтранса. Но я не поэтому на ней женюсь. Конечно, конечно. Как и следует настоящему мужчине. Не папенькин же сынок какой-нибудь. Юлечка, иди сюда. А вообще, чем занимаешься? В фирме. Субподряд курирую. Для Минтранса? Прям сам рулишь? Всем субподряд? Ну, типа того. Знакомься, Джулия. Привет. Полиночка. Красавчик. Не-не-не, я благодарю. Привет, я красавчик. Теперь на вечной диете. А тогда молодец, молодец. Уважаю верных людей. С верными людьми всегда спокойнее. В том числе и в бизнесе. Счет за сегодняшний вечер мой. В качестве подарка. Фига себе. Я пойду повторю. Давай. Повтори. Есть у меня к тебе, брат, одно достойное предложение. Ну, все чисто, легально. Ты сейчас отдыхай пока, а потом поговорим. За тебя, брат. Артём, ты, главное, проведи эту выплату, чтобы это ни в коем случае не казалось отмывом денег. Ты меня понял? Да, и проведи эту выплату двумя траншами. Да, сообщи мне, как закончишь. Да, связь. Даже в рот не возьму. А зря. Классная квартира. Спасибо. Так ты, значит, инстаграм-модель? Да.
А та девушка, которая замуж собирается? Маруся Зарецкая. Ага. Маруся Зарецкая. Она тоже модель? Нет. Я семья бы не позволила моделить. Слишком это неприлично для такой хорошей девочки. Она просто папина дочка. В каком смысле? Ну, например, когда мы учились на первом курсе, она в приют к собакам ездила втихаря. Ну, типа, лечила их домики, их чистила. Ну, типа, чарити, она волонтер. Так ее мама, Инга Валерьевна, когда узнала об этом, такую истерику закатила. Отца подключила. Ну, типа, тяжелую артиллерию. Тот, как узнал, что его дочь цветочек собак бездомных лечит, быстро это дело прикрыл. Ну, мол, деньгами помогать помогай, а блох домой не вози. Если честно, я его очень понимаю. Сама терпеть не могу этих собак. И? И никакого «и». Для нашей звездочки слово «папочки» — закон. Он у нее какой-то чиновник навороченный. И вообще, мне надоело уже о хороших девочках. Давай уже о плохих. Ты что здесь рассел? У мамы дома на диване будешь сидеть. Иди работай. Тимур. Привет. Привет, привет. Я пораньше за тобой заехала. Я лучше в машине буду, что? Да, я скоро закончу. Хорошо. Как тебе? Давай предыдущую. Ну вот, да. Там ракурс плохой, и полохов. Полупрофиль у меня тоже, правая сторона нерабочая. Это точно. Да я не про тебя, я про Изольду. Это будет потом моей маме звонить и жаловаться. Давай дальше. Маша, вон ресепшн забрал, тебе с курьером передали. Спасибо. Это от Кости. У нас сегодня полгода со дня свадьбы. Подарочки, подарочки, подарочки. Глубоководная камера, конечно, но тоже неплохо. Ну, просто Косте нравится, когда ты классно выглядишь. Не классно, а статусно. Он же знал, чего я хочу. Ну, хватит. Ну, классный же подарок. Не классный, а дорогой. Я вообще не понимаю, откуда он берет деньги. Ну, он же работает. Мари, там на ресепшн для тебя приглашение. Через полчаса ждут на мероприятии. Такси бизнес-класс заказано. Завтра с утра, чтобы материал был на столе. Жень, а ты что стоишь? У тебя что, нечем заняться? Я... Женечка, можешь, пожалуйста, на завтра в каком-нибудь рыбном ресторане веранду заказать на нас, Кости и на родителей? Давай. Спасибо. Да. Да, мам, работы много, прости. Отчет надо сегодня сдать. Пока. Да. Кто приехал? Ну все, я на мероприятии, быстро к вам бегу. Давай. Пока. Ты знаешь, я подумал, ну... Боже мой. Дядя Эдик. Ой, как же я рад тебя видеть. Ну, прямо красавица, как похорошела. Я тебе кое-что принес, подожди. А вы где все это время жили-то? В Индии? Да, в Индии, потом на Шри-Ланке, вот, в атташе при посольстве. Я так вам завидую. Целых 10 лет у океана. У меня самое веселое, что есть, это открытие нового бутика. Сам достал с океана. С самого дна. Слышно что-нибудь? Спасибо, спасибо большое.
Кроме вас никто ничего не знает, что мне дарить. А вы зачем вернулись-то? Предложили работу хорошую. Знаешь, решил полностью поменять свою жизнь. Политикой, думаю, заняться. Звонил Саша, сказал, что скоро приедет. И просил нас с Машуней тебя никуда не отпускать. Извините. Да. Алло. Да, родители. Да. Да, какая стала? Какая? Ага. Взрослая? С дочерьми надо такое случается, а то, что красавица, то есть в кого. Не птичка же принесла. Да. Должен тебе заметить, что ты как мать проделала просто потрясающую работу. Я ведь знаю, что кресло твоего супруга там тоже дело твоих рук. Угу. Все-таки вот как важна хорошая, заботливая, мудрая женщина в доме мужчины. Да. Моя семья – это мой красный диплом в университете жизни. Ну, это твоя докторская диссертация. Ладно, не льсти. Я надеюсь, ты передала их часть своих способностей. Ну, ты же знаешь, что женщины нашего рода уникальны. Это передается генетически. Поехали. Артем Ильич, Артем Ильич, думаю, вы ехали. У нас проблемка нарисовалась. Такой по телефону нельзя обсуждать. Говори. В общем, фирма субподрядчик, которую нам Константин нашел, она криминальная. У нее все счета черные, там хозяин бандит, и если будет проверка, то... Так. Пока нет проверки, уничтожь все документы и закрой все сделки по этой фирме. Сейчас понял, Александр Владимирович, сделаю. Не дай бог. Твоя доля за сделку. Красиво все прошло, гладко. Молодец, отлично сработал. И вам, как говорится, и нам хорошо. И Минтрансу. Слушай, брат, такое дело. Еще бабла надо. Ну да. У меня тут непредвиденные расходы. Свадьба недавно была. Да-да. Нет у тебя, брат, никаких проблем, пока у тебя такой друг, как я, имеется. Сделаем. Счет следующей сделки. Аванс. У нас ведь все хорошо. Да вообще все на мази. Тогда за тебя, брат. Это что у нас? Хочешь стейк? Слушай, я хочу, чтобы ты сейчас красиво оделась, накрасилась, и мы поехали с тобой на вечеринку к Изольде. Ну, Кость, смотри, я же ужин приготовила. Думаю, мы сегодня дома посидим, а завтра с родителями поужинаем. Окей. Стейк бомба. Слушай, ну ты посмотри, как ты красиво выглядишь, а? Сейчас? Вообще. Я хочу, чтобы все это видели. Чтобы каждый мужик мне завидовал. Ты посмотри, как ты нравишься людям. А тебе я нравлюсь? Да ты все для меня. Я хочу, чтобы все это видели. Ну, пойдем, немножечко потусим. Немножечко. Это нужно для моей карьеры. Для меня. Фотки новые сделаем. Для меня. Дай мне полчаса. И не забудь новые часы надеть. Хорошо. Я тебя жду. Как и департамент финансов.
подробностям конфликта к зданию Министерства транспорта отправилась наш корреспондент Елена Михайловна. Центральным лицом коррупционного скандала при строительстве дороги в Подмосковье надежный источник Министерства транспорта называют чиновника департамента Зарецкого. Как стало известно, из скандального дела Минтранса при строительстве дорог были использованы некачественные материалы и неквалифицированная рабочая сила. В самом министерстве заявляют, что Зарецкий на время разбирательства отстранен от работы. В Следственном комитете сообщают о мере пресечения, примененной к чиновнику, подписке о невыезде. Ну нифига себе, наконец-то. По делам. Что ты говоришь? Знаешь, дыма без огня не бывает. Зарецкие всегда о себе слишком много думали. И Машка в том числе. Так что наконец-то ей хвост прищемил. Анна, при чем? Бедная девочка. Это бы язвить прекратила. Что случилось, Кость? Мне нужно идти. Куда? Небольшая проблема. Не волнуйся, я все решу. Эй, пес! Ты чей будешь, а? Привет. Девушка, простите, вы не знаете, чей пес? Нет, не знаю. Эй, а ну-ка иди сюда. Ты чей такой хороший, а? Ну-ка, дай посмотрю тебя. Не похоже, что тебя потеряли хозяева. Ну что, приятно познакомиться, хороший. А ну-ка. Пойдем-ка со мной. Да не бойся, не бойся. Вот, хороший. Не отвечайте мне никто. Эдик? Маш, собирайся. Нам срочно нужно в больницу. Папа в реанимации. Я выезжаю. Скажи привет. Это что такое? Пес. Пока у меня поживет, а я ему хозяев найду. Да? Он же заразный. Да ничего не заразный, хороший. Ну что, никаких новостей о Зарецких? О Зарецких? Или о Зарецкой? Я не понял, ты сейчас что имеешь в виду? Я о твоей заботе, о судьбе бедной Машеньки. А, тебе ее совсем не жалко? Мне нет. Спасибо. Не за что. Да я не про кофе. Спасибо вам за то, что для нас делаете. Вы же верите, что папа не виновен? Маша, конечно, да. Я знаю это. Дай бог, чтобы Следственный комитет разделял это твое мнение. Мам, прекрати! Подождите. Я прошу вас, успокойтесь. Сейчас важно думать о здоровье Саши и молиться за его здоровье. Я выписал ему врача, он из отпуска. Он здесь самый лучший, так что все будет хорошо. Вы же знаете, что у нас кроме вас теперь никого нет.
Я всегда буду рядом, Маша. Вот, решил посмотреть на тебя. Значит, ты решил, что можешь стать мужем нашей Реночки? Папа, он меня любит. Да, мы хотим пожениться. Жениться? Свадьба — это хорошо. А на какие деньги ты собираешься содержать свою семью? Что у тебя есть? Хорошая работа или, может быть, ты учишься где-то? Нет, я пока что только работаю официантом, но я обещаю, что я заработаю деньги. Пап, он правда заработает. Не вмешивайся в мужской разговор. Соплячь. А ты знаешь, что наша Реночка с детства привыкла жить очень хорошо? И я, между прочим, работаю с утра до ночи, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась. И ты думаешь... Я выдам свою дочь вот так? За первого встречного? Или, может быть, ты думаешь, что тебе удастся приехать к нам и жить на всем готовом? Я же сказал, что мне от вас ничего не надо, я сам все заработаю. Раз не нужно, забудь про мою дочь. Понял? И чтобы я больше тебя рядом с ней не видел. Все, мы уходим. Мам! Сын, не огорчай своего папу. Пошли. Пошли. Собака? Пес? Ну, не знаю, как тебя зовут. Ты же не представился, а? Пес? Анжела, где собака? Может, выбежал, дверь была открыта. Не понял. Но она правда была открыта. Я запирал ее на ключ. Ненавижу, когда сомневаются в моих умственных способностях. Собирайся, тебе пора. Горн, ты чего? Я не хотела, Горн. То есть как это следующей сделки не будет? Артур, я не могу следующую сделку провести. Аудит министерский кипишует. Тесте с должности сняли. Я вообще не понимаю, что сейчас будет. Ты же обещал, что следующая сделка будет проведена. Или я что-то не так понял? Да, я обещал, но пойми, я не могу сейчас пролоббировать. И деньги взял вперед. Взял. Вернуть придется. Понимаешь? Понимаю, я все верну. Ну и прекрасно. А тут, знаешь, разное бывает. Люди думают, что они прям бессмертны. Прям Дунканы Маклауды, горцы из сериала. Да, брат? Конечно, брат. Конечно. А ты чё в темноте? Мася, что происходит, а? Может, ты мне расскажешь, что происходит? Может, ты мне хоть что-нибудь уже расскажешь, Кость? Я тебя не узнаю. Понятно. Ты решила мне мозг начать выносить, да? Кость, папа в реанимации. Что? Как ты мог? Мась, я... Что я? Мась, я не виноват. Меня подставили, понимаешь? Это не я.
Ты меня вообще убьют и закопают. Стой, подожди, кто тебя убьет? Кость. Кость. Я твоя жена. Расскажи мне, кто тебя убьет? Что случилось? Артур. Я ему кучу бабок задолжал, а с ним вообще лучше никаких отношений денежных не иметь. А в полицию? Что я им скажу, что я у них сам бабки брал? Правильно. Так, а сколько всего долг? 4 миллиона. Машина? Свою сегодня продал за 1,5 миллиона. Сейчас домой на такси ехал. Они меня убьют, закопают. Так, стой. Вот, держи. 500 000 есть, осталось еще 2. Не-не-не, Мася, этого не будет, нет. Будет. И будет еще. Вот. Ты чего? Кость, это всего лишь машина, Кость. А мы с тобой семья. И все у нас должно быть поровну. И горе, и радость. Да? Маська. Я тебе говорю, что ты у меня самая лучшая девчонка во дворе. Ого, ты уборку затеяла, что ли? Да нет, я ищу пригласительный на эту вечеринку. Мне сказали, что его передали сразу нашему курьеру. Малыш, так на вечеринку Ася поехала, помощница твоя. Ого, ничего себе. Тебя не было просто на работе, а отдали ей. Ну-ну. Да ладно, Мась, ты что, перестань. Обычная рядовая вечеринка, ну просто дело срочное. Жень, ты не понимаешь? Всеми пригласительными напрямую заведует Мегера. Она на этом состояние сколотила. Просто меня не хотели звать. Ну... Я теперь героиня скандалов. Мась, ну ладно, ну правда, все наладится, ну. Пап, на работе все отлично, Голофред меня делами заваливает, так что можешь вообще не переживать. Это хорошо. А ты выглядишь уже гораздо лучше, поправляешься. Ты прости меня, малыш. За что, пап? За то, что оставляю тебя совсем одну. Ну что ты такое говоришь? Ты выглядишь отлично, выздоравливаешь. Знаешь, я думал, что всегда смогу заботиться о тебе. Но теперь тебе придется научиться делать это самой. На Костю нельзя надеяться. Как, пап? Он же тебе нравился. Ну, я ошибся. Не еще. Пообещай мне, что ты всегда будешь слушать только свое сердце. Не позволяй никому навязывать тебе свои желания. Живи свою жизнь. Сама. И... влюбись. Пап. Влюбись. Настоящая любовь — это когда ни в чем не сомневаешься. И ничего не боишься. Я желаю тебе, чтобы ты нашла именно такую. Извини. Я встану немного. Артур, привет. Вот. Можешь перечитать. Что это? Здесь весь долг. Сколько? Ну, как сколько? Сколько брал? 4 миллиона, брат. Какой я тебе брат? Я сделку готовил. Людей с инвестициями привлек. Серьезных людей, которые теперь меня треплом считают. Ты знаешь, как дорого стоит репутация. Я тебя не понимаю, Артур. Все ты понимаешь! Это бизнес, Костя. И ничего личного. Я потерял деньги,
Ты должен возместить мне ущерб. Сколько? Еще столько же. Четверочки достаточно. Не кипишу. Иначе я жалеть тебя уже не буду. И жену твою, молодую, красивую. Тоже. Пап, все хорошо, так что я думаю, я сейчас поужинаю и опять к нему дежурить поеду. Ты его только нервируешь, когда там торчишь. Отец не любит, когда над ним порхают. Ешь. Маша, я думаю, действительно, тебе нужно отдохнуть, поспать. Из больницы. Алло. Да. Да. Что? Мам, что случилось? Мам, что с папой? Выезжаем. Ничего. Санёк уже крепкий, выкарабкается. Господи. Только не... Пациента реанимировать не удалось. Володенька, поставьте вон туда, только осторожней. Это нам Саша на 10-летие свадьбы подарили. Дачные часы. Теперь ни Саша, ни дача. И часы остановились. Я прошу тебя, успокойся. Если нужна дача, живите на моей. Она новая, большая, со всеми удобствами. Мне она одному все равно не нужна. Берите ключи и живите. Эдик, ты наш ангел-хранитель. Если бы ты знал, как мне не хватает Саши. Кто теперь все это уберет? Домработницу я больше оплачивать не могу. Мам, да вот сами мы и уберем все. Это, считай, бесплатный фитнес. Оставь. Ногти сломаешь, дороже будет переделывать. Легче на один день домработницу вызвать. У меня немножечко осталось на банковской карте. Маш, не надо с этим возиться. Я вызову свою домработницу, и она все завтра уберет. Эдуард Викторович, не надо никого вызывать. Я завтра заберу свою зарплату и сама, мам, найму тебе домработницу. Да
моя зарплата. Это же крохи. Да, крохи. Зато честно, мной заработаны. К сожалению, твою просьбу наш издательский дом удовлетворить не может. Мароть, ну ты не работала вообще 2 недели почти. Ну, вы же знаете про моего отца. Знаю, и мне очень жаль, но в том числе поэтому я тебе не могу заплатить. И что это значит? Слушай, ну ты сюда попала по личной просьбе своего отца. И была вхожа в закрытые круги. Поэтому была нам полезна. А сейчас, ну, тем более у нас в издательском доме сокращение. Что? Слушай, ну, при любом другом раскладе я бы тебя оставила, но, к сожалению, сейчас не могу. То есть я уволена? Давай не будем это так называть, но, скажем так, лучше поищи себе какое-то другое занятие. Спасибо. Класс. Знаешь, что самое обидное, Жень? Они в меня даже не верили. Да они тебя просто оберегали, Маш. От чего? От чего они меня оберегали в этой жизни? Ну, ты посмотри на себя. Ну, ты же пиончик. От жизни тебя и оберегали. У тебя она должна быть идеальной. Так она и была идеальная. Теперь все разрушено. Все, понимаешь? И я по крупицам пытаюсь собрать это снова все воедино. Просто радуйся, что валишь из этого террариума. Все, успокойся. Ты мне что-то не рассказываешь, Мари? Тут нечего рассказывать. Ой. Это просто друг. Ой, прям-таки просто друг. Эдуард Викторович. Эдуард Викторович. О-хо-хо. Да. Я прошу тебя, не называй меня больше по имени и отчеству, ладно? А то я себя чувствую каким-то динозавром. Зови меня просто Эдик, и все. Хорошо? Эдик, ты отвезешь меня домой? Ни в коем случае. Мы едем кутить. Кутить? Конечно, кутить. Не каждый же день увольняют с работы. Считай, что я тебя похищаю. Спасибо за похищение. Обращайся. Я очень рад, что ты снова улыбаешься. Что-то случилось? Ты видел этого парня? Какого? Который прошел? То я вижу, который идет сейчас к нам. О, какой сюрприз, Эдуард Викторович! Да, здравствуйте, молодой человек. Пообщайтесь, поговорите с другом, а мне нужно сделать кое-какие важные звонки по бизнесу. А я думал, ты на работе. В поте лица, так сказать, пытаешься наше финансовое положение поправить. А у меня нет работы. И тебе тоже стоило бы задуматься о нашем финансовом положении. Как от тебя пахнет, а? От тебя не очень вкусно пахнет. Подожди, я закажу нам такси и поедем там. Да нет, давай пообедаем. Как семейная пара. И в радости, и в горе. Жена должна во всем поддерживать мужа, да? Кость, хватит, мне стыдно за тебя перед людьми. Стыдно. Тебе за меня стыдно, да? А я тебя поздравляю, Машенька. Тебе скоро не будет за меня стыдно. Меня закопают. Как? Мы же отдали все деньги. Артур мне новый счет выкатил. Проценты там неустойка. Сколько? Столько же. Ненавижу. Кость, ты что делаешь? Извините, я прошу прощения. Извините, пожалуйста, он сейчас... Пошел вон отсюда! Вызывай охрану. Прости меня, все. Только с тобой, женушка. Кость, отстань, мне больно! Будь здоров. Больно! А ну-ка, выйдем, поговорим. Давай, стой.
Маша, пойдем отсюда, тебе здесь нечего делать. Я уже за все заплатил. Пойдем, пойдем, пойдем. Теперь мы должны ровно столько же, сколько уже выплатили. То есть 4 миллиона? Я даже не представляю, откуда мне брать такие деньги. Ну, а что же Костя? Костя? Костя не справился. Что мне теперь делать? Ну, для начала успокоиться и не волноваться. Я что-нибудь придумаю, что делать в такой ситуации. Что? Ничего. Я просто поняла сейчас, что рядом с тобой я действительно чувствую себя в безопасности. Зачем мне столько вещей? Я все это могу продать на гараж-сейле. Жень, знаешь, что нашла? Свой рюкзак. По сути, все свои вещи могу положить в один этот рюкзак, понимаешь? Жень, сейчас тебе перезвоню. Кость, что случилось, Кость? Кость, может, врача вызовем? Да не надо никакого врача, не надо шума. Мне просто нужно принять душ. Это за долги? Кость. Да, Мария. Чего? Избили? А в полицию звонили? Горан избил? Да ладно. Да-да-да, конечно, есть номер его. Сейчас, секунду. Да, отправил. Да, давай, мой хороший, давай. Держи в курсе только, все, целую. Мне кажется, он вообще не придет. Дурацкая была затея. Ладно, я тебе перезвоню. А у тебя губа не дура. А он ваш? Ну, он не мой, он совершенно свободный. Просто иногда позволяет кормить и лапы мыть. У меня мало времени. Ну и что же мне сделать? Изменить для вас часовые пояса, что ли? С вами невозможно просто. Послушайте, а пойдемте прогуляемся. Посмотрите, какая красота. Идиллия просто. Я пришла с вами не гулять, а поговорить. Ну, так говорить я вам что, запрещаю, что ли? Оставьте меня в покое, пожалуйста. Я что-то не понимаю. Вы мне сами звоните и приглашаете на свидание. Свидание? Это никакое не свидание, это предупреждение. Что вы ухмыляетесь? А вот не надо ухмыляться. Я, между прочим, знаю, чем вы занимаетесь. Да, я чем же я занимаюсь? Грязными делишками. Откуда у вас такая информация? От верблюда. От моей бывшей супруги. Ну, раз вам обо мне все известно, тогда разрешите откланяться, сударыня. Да, и обязательно в следующий раз у моей экс спросите, почему же она все-таки экс. Подождите, мы вернем вам все деньги. Да ради бога. Костя, мужа моего, не трогайте, пожалуйста. В каком смысле? Он избит, и вам это известно. Когда это случилось? Ой, не устраивайте театр. Оставьте Костю в покое. Да, что вашему Косте нужно, так это точно не покое. Я вам все сказала. Ну, пойдем.
Хватит о ней думать. Она еще пожалеет. Она и вся ее семейка. Вот и еду к тетке в Россию, вернусь оттуда с такой девчонкой, все сдохнут от зависти. Ты решил уехать? Что ты там будешь делать? Как? Пока не знаю, придумаю что-нибудь. Язык у меня хороший, бабушка русская, всю жизнь литературу преподавала. Вот приеду оттуда с большими деньгами, ты меня еще здесь обслуживать будешь. Эй, ты чего расселся здесь? Сидеть у мамы дома будешь? Давай, давай, мне работай. Достало. Икру взял у Саида на рынке, где ты всегда берешь. Красную рыбу брать не стал. Я помню, у тебя на нее аллергия. Вот, ну и овощи, как всегда, из Баку. Эдичка, вот что значит порядочный человек. Не то, что все эти. Меня ведь все бросили, абсолютно все. Я в полной изоляции. Не преувеличивай. Никто тебя не бросил. Например, Саид тебе с рынка привет передавал. Саид передавал. А вот Татьяна, сноха моя, мне даже на благотворительный ужин не пригласила. Я уверена, что пол Москвы позвала. А между прочим, мой Сашка им миллионы принес, когда их никому не нужную фирму на госзаказы взял. Мне надо выходить из дома. Я прямо чахну. Я что-нибудь придумаю. А вы теперь с Машей для меня как семья. Давай сделаем так. С сегодняшнего дня все заботы о вашем доме я беру на себя. Договорились? Все. Эдик. Ой, от этих переживаний на мне прямо лица нет. Мне кажется, я даже постарела. Я уже 2 недели не была в салоне красоты. Но ничего. Все для Машеньки. Мне надо экономить деньги. Она ведь молодая девушка. Ей надо хорошо выглядеть. Ну, Маша и так хорошо выглядит. Хотя, ты права. Я думаю, что не стоит вам менять привычный уклад жизни. Я переведу деньги и ходите в салоны сколько нужно. Вы должны быть самым красивым в Москве. Эдичка! Эдичка, какой ты замечательный! Таких людей сейчас редко встретишь. Я Машеньке об этом постоянно говорю. О, может быть, рыбоньку поджарить, если, конечно, ты не торопишься. Мам, я звонка от Кости жду. Давай я тебе попозже перезвоню, пожалуйста. Ладно? Ну что-то... Все, давай, пока. Кость, ты куда пропал? Что у тебя с телефоном? Да разрядился все. Ну? Что ну-то? Рассказывай, ты же с Артуром встречался. Ну да. Ну что, наш долг, он... полностью выплачен. Что? Кем выплачен? Я не знаю, Артур умалчивает. Мне только просили передать, чтобы я был благодарен своей жене. Ну, так я тебе благодарен. Кость, ты что делаешь? А что случилось? Ты не понимаешь, что мы теперь должны? Кому мы должны? Мы никому ничего не должны. Кость, твое поведение просто отвратительно и неприемлемо. Кому неприемлемо? Для нормального мужика неприемлемо. А знаешь что, а за приличных девушек тоже не выкладывают такие суммы, мужики-то со стороны. За какие такие услуги-то, а? Может, расскажешь? Ты что несешь вообще такое? Это близкий друг нашей семьи. И знаешь что, Кость? Я бы тебе не советовала мне так хамить, понял? Вот, забрал твою дочь. Да, мчим к тебе голодные, как волки. Съел бы Машу, но держусь. Да, скоро будем. Спасибо. За что? Ну, за то, что выплатил долг за Костю. Я даже не знаю, как мы тебя теперь отблагодарим. Ну, например, никогда про это не вспоминать. Хорошо. Ты настоящий друг. Что, вот так вот просто взял и выплатил долг в 4 миллиона? Угу. И попросил ими не говорить. Прекрасно. Слушай, как удобно, а? Особенно некоторым.
Ты посмотри-ка, она и денежку получила, и репутацию свою не запятнала. Ну, молодец. Машка далеко пойдет. Ну, мамуль, ну это друг их семьи. Маша сразу поняла, кто это. Да прекрати, Кость. Кому она позвонила, когда ее уволили? Кому? Тебе? Нет. Она ему позвонила. Мам, Маша моя жена. Ты на что вообще намекаешь? А я не намекаю, Костя. Я просто вот так вот и говорю все своими словами. Мам, Маша, она не такая. Да, конечно. Маша не такая, она ждет трамвая. Так, ладно, я лучше пойду, у меня все равно денег нет. Ну, подожди, подожди. Ну, Кость, ну, Кость, ну все, ну, успокойся, успокойся. Все, ты расстроен, тебе просто сейчас немножко надо выдохнуть. Сходи куда-нибудь, вот, сходи, развлекись. Ну, держи, держи. Сходи куда-нибудь, развейся. Кость, ну и по поводу Маши. Она, может быть, девочка неплохая. Но просто, мне кажется, ты ее уже перерос. И не будешь же ты портить из-за нее всю свою жизнь, а? Ну и потом, детей у вас еще нет. Ты просто подумай над моими словами, хорошо? Просто подумай над моими словами. Хорошо, мамуль, я подумаю. Подумаешь? Лиза, здорово. Ну что? В общем, тут вся инфа, что ты просил. По делу Зарецкого. Угу. Это что? Журналист один, из честных. Он как раз подобными историями занимается. Поможет тебе. Спасибо, Макс. Давай. До встречи. Привет. Угу. Что делаешь? Работаю еще, Кость. Понятно. Я думал, мы поужинаем. Я у мамы поужинала с Эдиком. Понятно. А он всегда теперь с вами будет ужинать? Может, ему телефончиком доставку еды прислать? Он человек одинокий, и ему с двумя девушками приятнее ужинать, чем одному тусить. Я тебе, кстати, тоже взяла там курицу с черносливом. Я думаю, мы куда-нибудь сходим. Клубешник там какой-нибудь. А у нас слишком много проблем, Кость, чтобы по клубешникам ходить. Мы их решим и обязательно куда-нибудь сходим. Господи, какая ты стала невыносимая. Из-за тебя, Кость. Да я просто хотел, чтобы у тебя все это было. Все эти твои шмотки, твои часы эти. А ты меня спросил, Кость? Ты меня спросил, нужны мне эти шмотки, часы, клубешники? Мне папа мой нужен. Ну нету его, ну нету. Мне все это достало. Чё отмечаем? Так пятницу. Ты чё, среда? Среда и есть маленькая пятница. Ага, понял. Чё ты хреново выглядишь, бро? Как будто вагоны грузил. Да дома полная жесть. Машка тяжелой стала, прям девочка проблема. Да ладно. Слушай, да ты расслабься. Ну отдохни нормально. Сколько на себе-то можно все тянуть? А, да, я понял, давай, иду. Константин? Здравствуйте.
Костя, это что опять такое? Мы же вроде отдали все деньги. А, да это не из-за денег, это... Из-за чего? Да так, повздорили, пьяный был. Ну, ты же понимаешь, что он бандит? Надо было просто вызвать полицию, и все. Ерунда, удали. С подробностями наш специальный корреспондент Елена Михайловна. Вышла статья Ивана Голубева, в которой журналист рассказывает о так называемом деле Минтранса. В статье приводят факты подлога, совершенного преступниками, которые внедрились в департамент. После выхода статьи министерство и Следственный комитет инициировали проверки, в ходе которых выяснилось, что Зарецкий с самого начала не знал о преступных намерениях субподрядчиков. Пресс-служба МВД заявила о полной невиновности чиновника. Семье Александра Зарецкого будут принесены извинения. Ты тоже это слышала? Они оправдали папу. А ты реально думаешь, что Горн все это замучил? Костю специально в угол загнал. Сбил. Чуть не верится. А я верю. Тут явно видно, как он его бьет. Ну да, слушай, прям метели твоего принца. Эти дерущиеся мужики – это моя слабость. Я даже с Пашей согласилась на бой UFC поехать. Люсь, вообще-то я серьезная. Ну, Маш, я тоже серьезно. Просто непонятно, из-за чего он начинает его бить. В смысле? Ну, в смысле того, что это какое-то непонятное обрывочное видео. Просто подходит, просто бьет. Не бьют людей просто так. Люсь, я уверена, что этот серп просто так его избил. Да ладно тебе, остынь. Самое время позаниматься йогой. Нас там уже тренер ждет. Я тебе благодарна за эту выставку. Я так люблю ранние работы Пьера Карден. Если бы не ты, я ни за что бы сюда не попала. Это все благодаря тому, что я знаком с куратором выставки. Кстати, они в Москве всего 2 дня. Или договорился. Спасибо тебе за все. За дачу, за домработницу, за водителя. Жалко только Машеньки нет с нами сейчас. Лежит дома, с дивана не встает. Зато ее Костик ни в чем себе не отказывает. Наверное, бегает к своей мамашке за поддержкой. Как бы я хотела, чтобы у нее был другой мужчина. Кто же, например? Ну, такой, который мог бы ее защитить, заботиться бы о ней. Такой, как ты. О, перестань меня смущать. Мы ведь прекрасно знаем, что Маша не свободна. Ладно, пойдем на выставку, а то попадем на очередь. Да. Ух ты. Для всех у нас все хорошо. А у нас все плохо? Как же я соскучился по таким вечеринкам. Чего ты здесь не видел? Все видел. Только ежели тебя не приглашают на такие вечеринки, ты как будто не существуешь. А для тебя вот это вот существование? Ну прости, что не такой идеальный, как ты. Вау, моя красотка! Привет! О, привет, моя хорошая. Это можно я угадаю тебя на минутку? Да, нужно. Итак, вуаля! Привет. Изольда. Привет, дорогая. Привет, дорогой. Я украду ее на секундочку. Скажи-ка мне, я слышал, у тебя новый мужчина. Ну да, теннисист, 30 лет. У Светки дела на передержке. А, да ты что, поздравляю. Спасибо. Держи покрепче. Спасибо. Конечно, ужасно. Я пойду, конечно, не могу. И вы. Прекрасно. Он еще сюда пришел с девушкой. Еще мне глазки строят. Ты не знаешь, кто она, кстати? Похоже на модель. Хотя раньше я ее не видел.
ухоженная, волосы, кстати, вот она делает. Мой вердикт – эскортница. Ну, в благородных кругах я ее точно не видела. Ну, слушай, просто пока не засвечена. А ты, я смотрю, рядом со своим городом просто в фурию превращаешься. Ты все-таки неровно к нему дышишь. Да, неровно. Он меня бесит. Маш, подожди. Я бы запомнил такую девушку. Кто она такая? Чего? Это же известная журналистка Надежда Орлинская. Парни, срочно принесите воды. Нормально? Дыши. Если она журналистка, почему мы ее не знаем? В смысле, почему? Потому что мы не из глянца, как мы. А из какой-то скучной политической журналистики. А этому где-то научилась? В Сирии. Когда я ездила брать интервью «Врачей без границ». Где Костя? Как, Мороз? Да лучше всех. Костя предложил мне остаться, а сам поехал к родителям. Попытался сохранить остатки приличий. А ты что? А я не смогла там жить. Все вокруг мне напоминало о моих несбывшихся мечтах. Надо жить дальше. И что меня ждет впереди, я даже не представляю. Может быть, свобода? Я уже не помню, что это такое. Может, на Камчатке вспомнишь? Не знаю пока. У меня ведь мама Инга имеется. Для нее это как полет на Плутон, без ракеты и скафандра. Вряд ли она согласится. Давай вызовем такси. Ладно. Ненавижу вас. Салон, вообще дохтыт. Надо приходить еще. Доченька, выпей бульончик. Ты очень мало ешь. Давай тебя покормлю. Давай. Не надо, мам. Худоба, конечно, признак аристократичности, но у женщины тоже должно быть что-то. Мам, я не переживаю, уже из-за развода. Все так и должно было случиться. И замечательно.
Там не получилось. Здесь получится. У тебя все будет хорошо. Ты обязательно встретишь настоящего мужчину. Сильного, надежного. Мам, вот где найти этого сильного, надежного? А может быть, стоит оглядеться вокруг? Вдруг он рядом? Отдыхай. Я пойду. Ну что, после игры в бары по маленькой? Не, не сегодня, капитан. Ты меня своим «не сегодня» уже пару недель кормишь. А ведь обещал, за информацию по Зарецкому выпьешь со мной пару пива. Макс, ну посмотри. Ну как от такого можно отказаться? Мы сегодня с Надей на домашнем, тем более я обещал. Значит, ужин и сериальчик. Ну вот, сам все знаешь. Скучный какой, завидую прям. Не скучный, а счастливый. Что, так серьезно все? Угу, прикинь, сам от себя в ужасе. Поздравлять еще рано. Ты знаешь, я думаю, что скоро придется и поздравлять. Тогда поздравляю, дружище. С твоей персональной тебе надеждой. А, спасибо. А за информацию спасибо. Если бы не ты, я думаю, что все по-другому бы закончилось. Да без проблем, обращайся. Ну что, пойдем? Покажем настоящий футбол. Если желание сбудется, осенью будем уже на Камчатке. Если ты именно этого хочешь, то пусть сбудется. Итак, дорогие друзья, и наконец у нас настала долгожданная церемония дарения подарков! Вы бежали? Итак, да. Колодцы номер один. Спасибо! Спасибо, да! Так, у нас есть еще подарки. Например, лот номер два. Та-да-да-там. Парфюм. Парфюм. Флорентийский парфюм, а? Не удивлена. Вау. С днем рождения, красота. Спасибо, спасибо. И лот номер три. Вау. Оу. Это фотоаппарат для подводных съемок, чтобы тебе было чем снимать твой любимый подводный мир. Вау! Прочитал твои мысли. Даже себе не можешь представить, как я тебя благодарю. За что? За то, что посоветовала именно этот подарок. Конечно, прям супер мужик. Такое уже и не встретишь в природе. Вымерший вид джентльмена. А красавчик-то какой. Кстати, ты собираешься на залив на бархатный сезон? Там все наши устраивают яхт-клуб. Я бы лучше на Камчатку. Экстрим не для меня. Зато холод полезен для лица. Мороженое будешь? Да. Ты в порядке? Мне кажется, ли он меня преследует? Вот зачем сюда пришел? Если кажется, крошка, крестись. Говорят, он заделался домоседом, совсем не выходит из дома. Влюбился, что ли? Влюбился? Это точно не про него, только если сам в себя. Мне кажется, ты слишком пристально его разглядываешь. Сказала, кажется, крестись. Где-то я ее видела. Ты о ком? А, точно. На вечеринке.
Классная фигурка. Но думаю, что на этом ее достоинство и заканчивается. А я ее даже не заметил. Держи. Правда? Зато она тебе весьма. Я не понимаю, почему он выбрал этот парк? Этот парк выбирала наш тренер. И что он здесь делает, я тоже не понимаю. Ты знаешь, мы почему-то постоянно с этой барышней не пересекаемся. Может, это не случайность? Да перестань, это обыкновенно случайность. Мы здесь потому, что у нас рядом дом. А что они здесь делают, чего-то знать? Ну что? Здравствуйте. В эфире программа «Люди и время». И сегодня у нас в гостях Горн Цвиянович. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком сложном регионе, как Латинская Америка. На сегодняшний день отношения между Европой и Латинской Америкой носят характер двустороннего диалога. В связи с чем у меня возникает вопрос. Не приведет ли это к перекосу в отношениях между другими сторонами? Я имею в виду Китай и Америку. Отличный вопрос. Действительно, экономические ресурсы и возможности Латинской Америки привлекают все ведущие экономические силы. США, Китай, Япония и Европейский Союз конкурируют в регионе, пытаясь завоевать доверие латиноамериканских государств. Но первенство в США, конечно, неоспоримо. Хотя ситуация не так однозначна. И на сегодняшний день я не думаю, что кто-либо в США всерьез воспринимает вопрос о выходе из Рио-де-Жанейрских соглашений. Так, одевайся. Эдуард приехал. Он должен был. Ну, видимо, хотела сделать тебе сюрприз. Настораживает меня это слово «сюрприз». Вот. Так ты выглядишь наивнее. Мам, куда еще наивней? Пуговичку. Мам. Пойдем. Невкусно. Нет, все хорошо. Чё вы задумали? Ну-ка, колитесь. Пойду посмотрю, как там шарлотка. Маш. Не отвечать. Я знаю, сколько ты пережила за последнее время. Тут еще я. У моих друзей есть дом на заливе. Ты можешь туда поехать отдохнуть. Тебе нужно отдохнуть. Но заодно подумаешь над моим предложением. Сейчас я позову Юрия Ахтямовича. Юрий Ахтямович? Здрасте. Я по рекомендации от Мурада. А, да. Вам нужна работа. И давно работаете в ресторанном бизнесе? Да, 2 года. Угу. Тебе что, делать нечего? Иди работай. Ну, ваши таланты, молодой человек, я уже вижу, далеко пойдете. Ну, хорошо. Мурат сказал, что вы хороший официант. Я возьму вас на работу с испытательным сроком. Добро пожаловать на Балтийское побережье.
Спасибо. Вот здесь, Маша. Проходи. Будет твоя спальня. Спасибо, что вывез меня. Мне правда это было очень нужно. Не за что. О моих чувствах и желаниях ты знаешь. Я через неделю вернусь. Очень надеюсь узнать о твоих. Ты даже не представляешь, как я буду ждать этой встречи. Пока. До свидания. Обожаю бархатный сезон. Да, да, Эдик. Как настроение? Как ваши дела? Да, все хорошо. Жду Машиного решения. А пока мне нужно заняться делами. Скоро подпишут приказ о моем назначении на пост губернатора. Я так рада. А тебе не кажется, что хорошо бы приехать на новый пост женатым человеком? А тебе не кажется, что ты торопишься выйти? Ничего мне не кажется. Я очень хорошо знаю свою дочь. Можешь на меня положиться. Я тебе полностью доверяю. Но пойми, я теперь публичный человек. И на свадьбе не должно быть никого лишнего. Приеду, поговорим. Угу. Угу. Да-да, да. И не забывай, что сезон мы открываем в белом. Поучи меня еще. Вообще-то моя мама придумала эту традицию еще 20 лет назад. Ну, я всегда подозревал, что она богиня. И воспитала она тоже богиню. Так, а ты решила что-нибудь по поводу своего замужества очередного? Ну, во-первых, еще не замужество. Во-вторых, Эдик, как благородный мужчина, дал мне время подумать. Именно этим мы с тобой и займемся. Ну, класс. Так, ну-ка посмотри. Именно его я хотела надеть. Так. Машка, ну какая же ты красивая. Ну, у наших у всех просто рты отпадут. Это так здорово, что ты приехал. Меня просто все достали с этой новой девушкой Горонова. Посмотрите, посмотрите. Горон тоже здесь? Так сейчас все здесь, ты чего? Понятно, я никуда не пойду, я останусь дома, буду валяться. Куча своих прекрасных вещей. Ну, ё-моё, Маш.
Ну ты чё, ну с дуба рухнула, а? Ну ты чё думаешь, что он, я не знаю, жучков на тебя навешал и следит за тобой, да? Горан, Горан, мы на вечеринку идем. Горан, ты где? Ну, ну хватит уже. Сидит он в своем номере со своей невестой. И никуда, естественно, они не пойдут. Держи. Она что, ему невеста уже? А, да, слушай, просто там что-то говорят, что у них вроде как серьезно. Да вообще не важно. Машка, ну они точно не придут. Ну пойдем. Ну пожалуйста, ну, пожалуйста, пожалуйста. Ладно. Ау! Но если он там будет, я утоплю тебя в заливе, понял? Лучше в брюте. Тогда я с удовольствием приму этот удар. Дай мне переодеться. Все. Муа. Присаживайтесь. Пожалуйста, иди сюда. Да, конечно. Здравствуйте. Ты ничего не попутал, дружок? Что? Запомни, не ты провожаешь гостей к столикам. Это делает у вас управляющий. Твое дело носить подносы. Да, но не сами попросили их проводить. Тоже мне. Нашли звезду. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Мы в списках. Да-да-да. Лучший столик для госпожи Зарецкой, пожалуйста. Давайте я вас провожу. Благодарю. Скажи, забери, что управляющий не бомба. Всех по фамилиям знает. Ты прыгаешься у меня, кузнечик. Хватит грустить. Пойдем потанцуем. Ну, ну пойдем. Что-то не хочется. Давай потом. Когда потом, Маша? У тебя замужество скоро. Когда потом? Пошли. Ладно, танцевать не буду, но по берегу прогуляемся. Ну, вот отлично. Красотка моя. Затусил с Марусей Зарецкой. Удали. Немедленно удали. Гостей нельзя фотографировать, иначе штраф. Окей. Удалил. Смотри у меня. Да я море фоткал, а не гостей. Извините, вам просили передать. Спасибо. Mm-hmm. Кто просил? Боюсь, ответ вам не понравится. А, черт, извините. Да ничего страшного. Я на секунду, мне салфетка нужна. Что? Стой! Куда? Сейчас, я на секунду. И что же вы тут делаете? Странный вопрос. Вы меня преследуете? Да знаете, вообще-то это мероприятие организовал я. А, ну тогда... Я ни минуты больше здесь не задержусь. С чего это вдруг? Ну, попутного вам ветра, Мария Александровна. Так. И чего хотела эта неадекватная? Да ничего. Да? Угу. А почему тогда ты так эмоционально на нее реагируешь? Да перестань. Тебе показалось. Да? Слушай, пойдем пообщаемся.
Мне кажется, здесь есть интересные персонажи. Да. Пойдем. У вас что-то случилось? Вызовите мне такси на Озерную, 38. Да, конечно, сейчас. Подождите меня на улице, хорошо? Да. Как смотришь? Наблюдая, как львица антилопу гну разделывает. Красивая, умная. У тебя еще таких не было. На этот раз повезло. Возьми, шеф, чтобы все было как надо, сдачи не нужно. И доставим, как по щелчку. Спасибо. Но мне кажется, вы дали слишком много. Это совсем обнаглел взять деньги из кассы на глазах у всех. Послушайте, я сейчас ментов вызову. Да не надо никаких ментов, я вам позже хотел все объяснить. Мне твои объяснения ни к чему. Я с ворами не общаюсь. Да я не вор, я просто девушке хотел помочь. Отдал все деньги таксисту. Кто ты как не вор? Я все отдам, все верну до последней копейки. Разумеется, вернешь. Уже вернул. Из твоей зарплаты за эту неделю. Ты уволен. Все, дай форму. Ага. Сейчас. О, Господи. А ты ведьма, Машка. Просто ведьма. Как ты вообще стоять-то можешь? На, лечись. О, спасибочки. О, все, я больше не пью. Ой, я слышу это с периодичностью два раза в месяц. Угу. Люська! Мои птенчики! Привет! Я хотела успеть на белую вечеринку, но мои родители пообещали лишить меня наследства, если я не приду на их юбилей. А кое-кто обещал встретить меня на вокзале. Прости, пожалуйста. Правда, я честно пытался. Просто количество выпитого решило за меня по-другому. Я к Машке-то еле дополз. Не прощу тебя. О, Господи. Фух. Ну, рассказывайте, что я пропустила. О, ты много пропустила. Да, Мари? Вечеринку кто устраивал? Город. И там была его новая девочка. Да, представляешь, что было? Почему-то я не удивлена. Я пошла собирать вещи. Чего? Куда? В Москву, в Москву. О, Господи. Ну, ты ж понимаешь, что если ты сейчас уедешь, то тебе нужно будет объясняться как-то с твоим медиком, давать ему ответ. Все, я понял, ты не готова. Что ты там понял? Ой, Марава, вот тебе ничего не понятно, да, кокетка? Ой, от тебя вчера прикуривать можно было, когда вы разговаривали. Опа! Я пошел приводить себя в порядок. Не мешало бы. Сегодня вечеринка, мне нужно быть во всеоружии. Чмоки-чмоки. О! Это он к чему? Я тебе скажу, к чему. Когда речь заходит о Горане, ты прям вся светишься. Может сложиться мнение, что он тебе не безразличен. Знаешь что, Люся, не безразличен, абсолютно. Угу. Он мне никто, никто, поняла? Как скажешь. И вообще, мне Эдик нравится. Еще недавно ты не была в этом так уверена. Маш, не стоит доверять сиюминутным эмоциям. Ну а чему доверять тогда, если не эмоциям? Чувствам, Маш. Так, все. Мне пора собираться, разбирать чемодан. Завтра мы тусим с Изольдой. Узнаю все сплетни, расскажу. Пока. Да, вчера на яхте всю ночь тусили. Ну, Зарецкий, помнишь фотку в журнале? Че? Да как, я управлял тебе.
Ну вот же я вижу, что отправлял. Да присмотрись, это она, конечно. В смысле ты мне не веришь? Да она, говорю тебе. Приветствую. С 98-го до полного и стекла протрите. Да, хорошо. Чего? Э, в смысле? Ну, эй, конечно, не Зарецкая. Как тебя там? Иди, залей ему полный бак эко и стекла протри. Что у тебя там? Материал новый готовлю. Ты знаешь, что во многих регионах Сибири растут ценные породы деревьев? Там вообще нельзя вырубать лес. Mm-mm. Так вот, его хотят вырубить. У меня, кстати, там знакомый чиновник, который руководит этим департаментом. Познакомь меня, пожалуйста. Ну, познакомим. А я тебе за это. Что? Борщи всю жизнь варить буду. Ну, разве что за борщи. Ну, и за остальное тоже. Ваша сдача? А, спасибо. А стекла? Чего ты стекла не протер? Какие стекла? Ну, так не договаривайся, это в мои обязанности не входит. Ну, правда, кот. Я за ним гоняюсь уже месяц. Он трубки не берет. Ладно, я подумаю, как правильно сделать. На этой заправке я решаю, что входит в твои обязанности, а что не входит. Если тебя что-то не устраивает, можешь идти на все четыре стороны. Да пожалуйста. Ты что творишь? Я из твоей зарплаты вычту. Машенька, как ты, доченька? Мамуль, мне кажется, я домой хочу. Ты сказала, иди куда? Не совсем. Я просто, мне кажется, я поторопилась вообще с этой поездкой и с этим решением. Мне кажется, я вообще не хочу замуж ни за Эдика, ни за кого, в принципе, другого. Мам, что случилось? О, Господи! Мам! Тоня! Тоня! Принесите, пожалуйста, лекарство около моего столика. Мам, мам, не молчи. Скажи, что происходит. Трудно дышать. Потом поговорим. Привет, Изольда. Прости. Опоздала, но я болталась с Машей. Эдуард сделал ей предложение. Девочке есть о чем подумать. Глупости. Когда попадается такой мужчина, нужно не думать, а действовать. Нет, ну, губернаторшей стать, это, конечно, очень заманчиво. Но его возраст... Есть мужчины, у которых важнее не возраст, а все остальное. Я знаю, о чем говорю. Обожаю тебя. Кстати, как тебе новая девушка Горана? Непростая барышня. Я думаю, мы еще услышим истории. Да я не сомневаюсь. Ну, наконец-таки. Поехали уже. Когда вернемся, хочу заказать что-нибудь в номер. Что-нибудь вкусненькое. Устроим тихий семейный вечер. Да, я согласна. В этом отеле очень неплохой повар. Я даже знаю, что закажу. Слушай, как ты можешь пить это пиво? Это же ужасно, сладкое. И от одного вида плохо. Ну, а ты бы попробовал, может быть, тебе понравилось. Да? Слушай, а ты не хочешь позвать на наш ужин своего друга? Ну, у того чиновника по сибирскому лесу. А? Мне кажется, он на день с удовольствием вырвется из Москвы. Mm-hmm. Закажем стейки, вино. А если он веган? Ну, запечем баклажаны. Ого! Вот такая ты, оказывается, бываешь, да? Для меня это по-настоящему важно. Но это же для людей, Горан.
для меня важно все, что важно тебе. Так, Сергей Саныч. Сергей Саныч, здравствуй, дорогой. Как ты поживаешь? Скажи мне, а ты не хотел бы со мной увидеться? Да, давай сегодня поужинаем. Спасибо. Договорились. Все, до встречи. Машунечка, привет. Мам, ну что, ты была у врача? Эдика меня только что от него привез. Ну, и что он сказал? Небольшие сердечные трепыхания, аритмии. Ничего страшного. Что? Мам, я срочно выезжаю к тебе. Нет, нет, нет. Мам, ты же понимаешь, что у меня кроме тебя никого не осталось. Именно поэтому оставайся, отдыхай. Мне будет спокойно, доченька, если я буду знать, что с тобой все хорошо. А Эдик всегда рядом. Он всегда поможет. Может, ты и права. Хорошо, мам. Я останусь и дождусь Эдика. Милая моя. Я пойду прилягу. А ты, пожалуйста, обещай мне думать в правильном направлении. Не чувствами, а разумом. Хорошо, мам. Я обещаю подумать, как взрослый человек. Давай, мамочка, пока. Поправляйся, пожалуйста. Люблю тебя, пока. Эдик. Здравствуй. Смотри, заказал дегустационный набор, как ты просила, у Жуэля. Да. Ты прекрасно знаешь, какие у нее очереди на свадебный торт, но я договорился. Смотри. Вот. Прелесть. Эдик, да. Ты чудо. Ну, перестань. Я была уверена, что ты найдешь подход к Жуэлю. Надеюсь, тебе это недорого обошлось. Ну, при чем здесь деньги? Ты же знаешь, как я буду счастлив, если Маша согласится. Я очень хорошо знаю свою дочь. Все будет хорошо. Маша, вот посмотри. А вот эта розочка. Спасибо, Сергей Александрович, что навестили. Благодарю за то, что пригласили. Надежда, я сражен и очень рад личному знакомству. Надеюсь, что мы скоро встретимся. Разумеется. Разговор ведь между нами еще не окончен. И вопрос леса остается открытым. И теперь, я очень надеюсь на это, вы будете отвечать на мои звонки. Сдаюсь. Да, она такая. Скидки на личные знакомства не делает. Да, друг мой, похоже, ты сделал правильный выбор. Такие, как она, не часто встречаются. Роскошная. Благодарю. Готов? Надя! Надь!
спасибо. Пожалуйста. Селфи на память. О, посмотрите, как чудно. Я это выставлю? Будьте добры, удалить эту красоту. Позвольте, я присяду. Вы один? Угу. А где же ваша девушка? Не знаю, наверное, опять мир спасает. Но вы здесь что делаете? Да вот пришла почитать в одиночестве. Почитать что? Меню или соцсети? Да вы что? Бюль. Бильярд половина десятого. Только начали. А мне больше глазами клоуна нравится. Не удивлена. Цирк – это ваша стихия. Ладно, не буду больше вас отвлекать. Хорошего дня. Спасибо. Пожаловал. Я, кажется, вам помешал. Да ты чего? Ты не можешь помешать. Договорились с Сергеем Александровичем о предельно откровенном интервью. Да? Вынужден вас оставить. Жена ждет. Вместе со мной прилетел, а в кое-веки выходные вместе провести. Ну, до свидания. До свидания. Хорошего дня себе. Я не знал, что у вас встреча. Я кофе вышла выпить. Ну, случайно встретились. Заодно обсудили кое-какие подробности. Так, ну что, мы будем завтракать? Угу. Я такая голодная, готова была твоего друга съесть. Ой. Что ты такая подозрительно довольная? Ну-ка, лезь, что происходит? Да что, обязательно должно что-то произойти, чтобы я больше снимала? Привет, пёс! Ну ладно, будем считать, что на тебя просто так действует морской воздух. Да. Привет. Здрасте. Здрасте. Ой, смотри, какая красота. Да, феноменальная. Вау. Да я тут друга просто подними. А что, ракушки в моде опять? Да. Красота. О, смотри, твоя подруга с вечеринки. О ком ты? Где? Ну, вон, стоит с каким-то парнем, заигрывает. А, даже не заметил. Держите. Маш, нет, у меня не будет сдачи. Да, сдачи не нужно. Спасибо. Ну, что ты ему сразу квартиру не купила? Не жалко стало. Все равно он тут долго не продержится. Ну, Маш. Какая красота. Да, обалденно. Тухлый сегодня денек? Ну, не знаю. О, кто это на тебя так запал? Только ты, приятель, не заносись. Сегодня пятерку дала, а завтра даже не вспомнит, кто ты. Да ладно, с чего бы она мне просто так столько денег давать стала? У богатых свои причуды. Дала столько, потому что могла себе это позволить. Таким, как мы, этого просто не понять. Не-не-не, мне с вашим убогим мышлением не по пути. Ah.
Что? Алло, так, слышите меня? Сергей Александрович, поверьте, мои друзья люди очень серьезные. И никого никогда не приводили. Вам всего лишь нужно дать им разрешение на вырубку леса. Послушайте, что касается опасений за жителей района, я такую передачу забабахаю. Там будут аргументы в пользу лесорубов. Все экологи заткнутся. Сергей Александрович, ну, опять же таки, ваш счет объявленный не останется. Это же важно. Сергей... Старый дурак, а? Кто именно? Мы на работе. Задолбали. Шеф... Знаешь, тебе не обязательно врать. Я все слышал. Да ты не так понял все. Да нет, мне кажется, я понял все так, как оно обстоит. Ты продаешься. Но ты же понимаешь, что это журналистские фокусы, да? Мне нужно... Мне нужно было его как-то развести, понимаешь? Ну, вызвать на откровенность. Понимаешь же? Знаешь, когда ты врешь, ты уже не выглядишь такой уверенной. Я думаю, тебе лучше сейчас уехать. Я вызову такси. Да пошел ты! Спасибо. Когда я была маленькая, я с папой была в Баку. Может быть, это судьба? Вы приезжайте еще, и я вам покажу мой город таким, каким вы его никогда не видели. Обязательно приеду. Я попросила водителя, вас довезут до дома. До свидания. Подождите, а можно с вами фоточку? Конечно. В честь дружбы народов. До свидания. А потом я уехала, надоели мне все эти танцы, и по дороге парня довезла еще. Я не помню, как его зовут, никак не могу запомнить его имя. Это тот, который тебя в соцсетях отметил? Что? Кто меня отметил? Этот дурачок все-таки выставил. И кто этот дурачок с фото? Да так, серп один, Горан. Ты его видела пару раз в Москве. Он такой странный. Он тебе кажется симпатичным? Что? Нет, мама, он не симпатичен. Просто он такой забавный и тоже любит читать книги. Доченька, у меня дела еще, да? Я потом тебе позвоню. Все, пока. Давай, мамочка, целую. В поезде поспеши. Значит так, у Маши появился новый поклонник. Он ее рассмешил и кажется ей симпатичным. А это очень опасный знак. Если женщину рассмешил, значит уже получил. Все, бросай и езжай за ней. Бери все в свои руки.
смысле завтра? Угу. Так он же должен был там дня через два или через три. Ну, видимо, выходной у него. Ну что, Машка, закончилась твоя свободная жизнь? Вообще-то еще не закончилась. У нас еще стоит целая ночь и целый день. Что такое может не произойти за это время? Ну, как минимум, что-то или кто-то с большого такого перепоя. Что-то случилось, наверное. Иди вы телевизионные, вчера с вещами свинтила. Да ладно. Бедный. Маш! Привет. Я надеялся, что слился с пейзажем, и вы меня не заметите. Вас сложно не заметить. А вы не хотите с нами поужинать? Поужинать? Угу. Да, мне сейчас это жизненно необходимо. Давайте поужинаем. Вот дубина, а! Ну, дубина же! Совсем же забыл. Мне же сейчас с Люсильдой Наташку надо ехать встречать. У нее там чемоданы тяжелые. Я просто забыл совсем. В одном сплетни, в другом вещи. Жень! Я серьезно забыл. Все, Жень! Хорошего вечера, ребят! Жень! Все, прости, я забыл, правда! Ну и где бы вы хотели поужинать? В каком-нибудь хорошем месте, где есть вкусная жареная рыба. В хорошем месте и жареная рыба. Я знаю такое местечко. Пойдемте. Наконец-то! Я знал, что ты приехал. Здравствуй. Все ждал, ждал. Я знал, что ты с женщиной своей. Я нет. А, нет, ты не так понял. Все, я так понял. Давно с людьми работаю. А это мы специально для Горна держим. Моя мама варит из фруктов с нашего сада. Тебе не предлагаю. Знаю, так никто не любит. Ты шутишь? Я только так и пью. До меня постоянно все смеются. Давай, давай. Ты серьезно? Горн, рыбу свежую привезли. Давай-ка по своему рецепту. Сковородку по полной раскаляем. А то. Ты что, готовить пошел? Обижаешь. Я все-таки надеюсь, что он когда-нибудь потеряет работу. Я таки заманю его сюда поваром. Он эту рыбу так готовит, пальчики оближете. А вы давно его знаете? Его отец к моему на рыбалку приезжал. Я Горана еще мальчишкой знал. Мальчишкой, влюбленным в море. У меня есть идея. Как вы относитесь к морожковой настойке? А давайте. Я сам делаю. Работай, работай. Маш, не вздумай это пить. Этой выпивкой только огонь разводить. По маленькой? Нет, вы целую-целую наливайте. Целую-целую наливайте. Ну, как знаете. За нашего Горана? За нашего Горана. За тебя, дорогой. Аплодисменты Марии Александровне. Неплохо. Да? Да. Умеешь лучше? Смотри, учись. О, вот это уровень. Ну а что же вы еще умеете, Мария Александровна? А еще я умею снимать под водой и нырять с аквалангом. Неужели? Вот это да. Ну и что же ты уже сняла? Я сняла фильм про морских звезд. Про их брачный период. Получилось очень даже интересное кино. Здорово. Как-то это все странно.
стоим? Рыбацкий поселок, пляж, море, корешка твоя. Ты еще так живешь? Ладно, хватит обо мне. Давай тебе. Что в итоге случилось с твоим фильмом? Я хотела поехать на Камчатку и продолжить изучение экосистемы. Mm-hmm. А потом вышла замуж. Теперь у меня ни мужа, ни Камчатки. А зачем ты согласилась выйти за меня? Мы с детства дружили. И он был типичным мальчиком из хорошей семьи. Но я только потом поняла, что жить и встречаться – это абсолютно разные вещи. Я своего мужа узнала только после свадьбы. И разочаровалась. Угу. А из-за чего? Потому что оказалось, то, что для меня было мелочами, для него и была вся жизнь. Да, вот тебе и мальчик из хорошей семьи. А что стало с твоей девочкой из хорошей семьи? Не подошла? Ты знаешь, это я скорее не подошел. Я тогда очень влюбился и думал, что нашел свой идеал. Стой. А потом, когда случился денежный кризис, я ей стал неинтересен. В итоге она ушла к богатому другу своего отца. Полина? Не верю своим ушам. Как есть. Ну а почему ты сразу не ушла, когда поняла, какой на самом деле твой муж? Наверное, струсила. Пойдем, я отвезу тебя домой, а то совсем замерзнешь. Держи. Никенька. Пойдем сюда. Пока. Пока. Какой же ты дурак. Что это? Возьмите. Вы дали слишком много. Да нет, вы что, оставьте себе. Подождите. Давайте я вам такси вызову, вы промокли насквозь. Проходите.
Давай, проходи, я тебе налью что-нибудь крепкого. Не стоит, я целый день ничего не ел. Так тем более, проходи, давай, я тебе еще что-нибудь покушать дам. Ой, очень, конечно, похолодало. Вот и закончился наш бархатный сезон. Оператор сказала, что свободных машин нет, потому что на набережной опять какой-то концерт. Тебе вкусно? Да, нормально. Я люблю сервелат. Это не сервелат, это прошутто. Какая еще прошутто? Что смешного? Да ничего. Скажи мне лучше, откуда ты так русский язык хорошо знаешь? Тебе что, правда интересно? Ну, что ты такой колючий? Ну, конечно, интересно. У меня бабушка преподавала в бакинской школе русскую литературу. А, у тебя бабушка русская? Да. А я что, не похож на русского? Ты похож на мокрого ребенка. Ну, что ты расстраиваешься? Ну, все у тебя получится. А я вообще не собираюсь всю жизнь сувениры туристам продавать. А о чем ты мечтаешь? Хочу дом. Такой же большой, красивый, как этот. И чтобы женщина со мной жила. Такая же красивая. Я бы тоже хотела такой большой дом и большую семью. Ты знаешь, каждый раз, когда ехал на заправку, проезжая мимо этого дома, я все время хотел узнать, какой же вид из этого окна наверху. Я обязательно как-нибудь тебе покажу это потом. Я сам сейчас посмотрю. Подожди, стой! Эй, парень, ты где? Ты чего? Ну, пропусти. Да ладно тебе. Чего ты? Тебе домой пора, уже поздно. В смысле? Ты же сама меня сюда позвала, сама мне денег дала, сама показала, где ты живешь. Да я даже не помню, как тебя зовут. Тимур. Так, Тимур, я просто увидела тебя холодного, мокрого, да мне тебя жалко просто стало. Что? А, так, так ты меня просто пожалела. Значит, ты меня просто пожалела, да? Да мне не нужны проблемы. Проблемы тебе не нужны, да? А вот так? Так, стоп, это уже не шутки. Еще какие шутки? Ты же в Баку со мной собиралась. Оказывается, тоже шутила, да? А если вот так, а? Ты не так все понял. Сейчас упаду, и ты никогда меня не забудешь, так. А? А все. Если вот так вот? Я звоню в полицию. Ты тоже не можешь уснуть? Он не дышит! Что, я не понял, кто не дышит? Ну, стоп! Ничего не говори по телефону, я сейчас приеду. И ничего не предпринимай, что бы ни случилось, поняла? Этого не может быть! Это происходит со мной. Это просто не может быть! Успокойся. Мы что-нибудь придумаем. Придумаем! Да я не хочу ничего придумать! А придется! Надо вызвать полицию. Надо просто что? Вызвать. Нет, ты никого не вызовешь. Послушай, этому парню уже не поможешь. Он сам во всем виноват. А на тебя заведут дело и будут задавать вопросы.
А самое главное, почему он оказался ночью в твоей спальне? Он сам туда поднял, же, понимаешь, он сам. Да, теперь представь, что это ты говоришь не мне, а полиции. И что они решат, как ты думаешь? Я просила его спуститься, ты понимаешь? Они меня посадят. Понимаешь, в тюрьму! Успокойся! Успокойся! Все, успокоилась? Никто тебя никуда не посадит. Ты ни в чем не виновата. Это был несчастный случай. Да, это несчастный случай. Его надо перенести отсюда. Ты это сделаешь? Нет, это сделаешь ты. Ты сама. Тебе пора вырасти. Тебе пора самой нести ответственность за свою жизнь. А я тебе в этом помогу. Иди переоденься. Вверх головой. Бери его за ноги. Маша, бери за ноги его. Следов насилия нет. А камни после дождя скользкие. Решат, что он поскользнулся и упал. Так. Черт. Я не верю, что мы все это делаем. Все, уходим. Мы что, правда, его тут оставим? Послушай, ты уже ничего не изменишь. А нам лучше поскорее отсюда убраться. Пойдем. Я обо всем должна рассказать Эдику. Не вздумай этого делать. Если ты хочешь, чтобы все осталось как есть, ты не должна ему ничего рассказывать. Поняла? Пойдем уже, святая. Пойдем, пойдем. Маша. Спасибо за то, что сделала для меня. Лучше свари мне кофе. Ты останешься? Да, пока полицейские не придут. А ты уверен, что они придут? Не уверен, а точно знаю. Здесь, возможно, свидетелей не густо. Они по протоколу должны опросить всех возможных свидетелей. Это обычная процедура. Мне кофе со сливками и без сахара. Угу. Маша, свари мне кофе. Оказывается, можно повзрослеть за одну ночь. И ничего уже не будет, как прежде, понимаешь? Да, теперь все будет по-другому. Но только так, как ты этого захочешь. Теперь ты свою жизнь пишешь сама. Маша. Сделай мне кофе, а заодно и себе. Тебе сейчас нельзя раскисать, нужно набраться сил. Скоро все закончится, и потом ты отдохнешь. А я пока приберусь. Я его в 7 утра примерно обнаружил. Ну, сразу в полицию позвонил. А что вы здесь делали в это время суток? Я работаю смотрителем пляжа. Ты можешь приблизительно сказать время смерти? Судя по окоченению, с момента гибели прошло часов 6. В 3 часа ночи что вы делали? В общежитии рабочем спал. Мы с ребятами сюда на сезон приезжаем. У меня полная комната свидетелей и вахтер еще. Понятно. Это проверим, конечно, но идите, я вам позвоню. Свободно пока. Ну что, летун? Следов борьбы нет. Я думаю, 99% несчастный случай. А этот 1% это ну, что 1% такое? Ну, 1%, конечно, всегда имеется. Но этот, я думаю, скорее всего, в него не попадает. Да? Скользкие камни, ночью дождь был. Я думаю, вскрытие покажет наличие алкоголя. Поскользнулся, разбился.
Интересно, что он здесь один ночью делал? Да. Ладно, вызывай труповозку. О, садись за стол. Давай, надо подкрепиться. Что-то не хочется. Хочется, не хочется, и слово надо. Ты все вообще умеешь, да? Да нет, не все. Но почти. Это кто? Спокойно. Я думаю, полиция. Ваш дом ближайший от места преступления? Это было убийство? Давайте продолжим, Мария Александровна. Скажите, что вы делали сегодня ночью? Я? А что вы так испугались? Вы, главное, не волнуйтесь. Это стандартный вопрос при опросе возможного свидетеля. Вообще-то нет. Если вы опрашиваете возможного свидетеля, то ваши вопросы должны звучать иначе, господин следователь. Скажите, Мария Александровна, где вы были сегодня ночью? Я спала. Я приехала примерно в 11:30, сразу после закрытия сезона, и легла в свою кровать к себе в комнату спать. А кто может это подтвердить? Хотя нет, дайте-ка я угадаю. Вы и подтвердите. Угу. Интересно, интересно. Значит, вы можете подтвердить, что временно хозяйка этого дома действительно спала? Вы что себе позволяете? Мария Александровна помолвлена с уважаемым человеком. Мы давние друзья. Я спал на диване, если вы об этом. И все же вы не ответили нам на вопрос. Это было убийство? Следствие разберется. До свидания. Мне пора идти, но вы мне еще понадобитесь в ближайшем будущем. Так что до встречи и приятного аппетита. Сегодня мы вместе солгали полиции. Это ужасно. Не могу не согласиться. Я чувствую, что это неправильно. Неправильно было бы сломать еще одну жизнь. Твою. Иногда нужно солгать, чтобы... Чтобы что? Чтобы спасти хорошего человека. Мне пора. Подожди. Почему ты для меня это сделал? Потому что в тот момент ты позвонила именно мне. Здравствуйте, Мария Александровна, здравствуйте. Я вас предупреждал, что вы мне еще понадобитесь. Не поняла. Я заскочил на минутку попросить вас временно не покидать наш город. Если вас это не затруднит, конечно. Почему? Мы ожидаем окончания проверок следствия. Вы же сказали, что это был несчастный случай. Да, скорее всего, так и было, но есть версия, что тело перенесли на пляж, а умер он совершенно в другом месте. И так как
Сезон закончился, и из ближайших домов заселен только ваш. Я вас прошу, не покидайте наш город. До свидания. То есть это подписка о невыезде? Расценивайте это как настоятельную рекомендацию. До свидания. До свидания. One second, please. Мне конференция. Окей, continue, коллегас. No, we must check all the documentation before sending. We cannot position ourselves as an eco-business and go against our principle. Just because it's Venezuela and someone thinks that you can do whatever you want there. Okay? Colegas, nos felicito a todos nosotros por este contrato. Pronto nos reuniremos y lo celebraremos. Bye. Ты едешь в Венесуэлу? И туда тоже. Я давно с Латинской Америкой работаю. Кофе? Я еще на втором курсе вместе со своим другом разработал эти очистительные установки. Долго с ними носились, и первыми нами и заинтересовались аргентинцы. Теперь вот до сих пор с этим регионом и работаю. Кстати, нами недавно и Россия заинтересовалась. Так что скоро поеду на Дальний Восток. Ты едешь на Камчатку? Да, Камчатка, Сахалин, Командоры. Что-то случилось? Ко мне следователь приходил. Что он хотел? Он сказал, чтобы я не уезжала из города, потому что они думают, что тело перенесли. Вот же черт. Надо подумать, что делать дальше. Алло, Эдик. Да, я тут в 5 минутах у друга. Сейчас выбегаю. Маша, если ты действительно хочешь стать его женой, ничего ему не говори об этом. Я пришел, чтобы... Я знаю, зачем ты пришел. Ну и каков будет твой ответ? Я согласна. Черт, Машка! Как же я рад. Давай, свадьбу пусть что не будем делать, а? Сейчас это не модно. Но кое-кого я уже пригласил. Я надеюсь, ты не будешь против? Дом подобрал шикарный. Правда, ты его не видел, но я уверен, тебе понравится. Пойми, мы должны как можно с тобой быстрее пожениться. Просто люди, они должны знать, что их губернатор – серьезный, женатый человек. А тебе больше не надо будет думать ни о чем. Ты не будешь работать, будешь ходить по салонам, знакомиться с людьми, посвящать себя семье. И я тебе обещаю, что в твоей жизни больше не будет никаких трудностей. Кстати, а насчет твоего хобби я уже все придумал. Поедем вместе на Камчатку и будем там охотиться с губернатором. Очень чудной мужик. А? Я обожаю океан. Обожаю! Все будет хорошо. Договорились? Как же я рад. Я должна кое-что тебе рассказать. Что? Вчера ночью у меня в доме был парень, и он выпал из окна и погиб. И я спрятала тело на пляже. Это была чистая случайность. У нас с ним ничего не было. Маша, если это шутка, то очень неудачная. Нет, это не шутка.
все. Ну все, все. Маша, я, конечно, не отказываюсь от своих слов. Ты знаешь, как я к тебе отношусь. Но теперь от поста губернатора мне придется отказаться, ты же понимаешь? Если пресса что-то узнает, Маш, ты пойми, рыбалка, друзья, охота, все, теперь ничего не будет. Нет, конечно, я могу реализовать себя в семейной жизни, но понимаешь, я ведь... Эдика, давай отменим помолвку. Просто я не хочу тебя ограничивать. Ты так к этому шел, ты так этого хотел, стать губернатором. Поэтому я забираю свои слова обратно. Нет, послушай, ну ведь... Это же... Это все-таки подарок. Маша, слушай, послушай, если... Если ты этого хочешь, и вот так вот все наши планы, конечно, я приму любое твое решение. Черт. Забыл, у меня важное совещание. Мне нужно идти. Я позвоню. Мы вернем деньги, которые должны. Какие деньги? Те, что ты выплатил тогда за Костю. Мне нужно идти. Видимо, никакие. Судя по тому, как он несся отсюда, ты меня не послушалась. Нет, не послушалась. Все ему рассказала? Все. Ну и зачем? Да потому что за эти дни я очень многое поняла о себе, и не только о себе, о людях, которые меня окружают. Но самое главное, ты сказал, что если я хочу быть его женой, то я не должна ему ничего рассказывать. И? Я рассказала, потому что поняла, что не хочу быть его женой. Я придумал, как нам из всей этой ситуации выбраться. Прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте. А, хорошо, что мы вас застали. В общем, мы хотим рассказать правду. Прекрасно. Чистосердечное признание всегда дает послабление вынесения судебного решения. Мы хотим признаться, что мы вас обманули, когда вы нас допрашивали. Мы не были дома. Интересно, а где вы были? Мы были вместе очень далеко отсюда. И от места происшествия тоже. Примерно 100 километров. Что, и свидетели есть? Конечно. Поехали. Вчера было много народу. Я замотался, но их не запомнить было нельзя. Что вы имеете в виду? Ну, они танцевали, целовались, сами понимаете. Потом комнату у моей супруги сняли. Неужели? Только утром уехали с рассветом. А покажите-ка комнатку. А, это всегда пожалуйста. Прошу. Темно-то как. А где здесь выключатель? А, в хитром месте, за ширмой. Да, слева, вон там, мы тоже не сразу нашли. Комнату сдавали, значит. А, надеюсь, вы прекрасно провели время у нас на заливе. В этот бархатный сезон приезжайте.
в следующий раз. До свидания. Всего доброго. Давай я отвезу тебя домой, тебе нужно отдохнуть и выспаться. Потом я заеду. Я посмотрел твой материал про морские звезды. Это очень круто. Ты просто умничка, но этот материал нельзя бросать. Его обязательно нужно закончить, этот фильм. Смотри, это Командоры, а вот это остров Медный. А вот здесь вот, рядом с островом Медным, находится остров Бобровые камни. Он не больше километра, и как раз тут нерестятся твои морские звезды. И в сентябре начинается их брачный период. А ты когда успел все это выяснить? Подожди, не перебивай, смотри. На яхте отсюда мы доплываем до Питера. А из Питера на поезде едем до Москвы, а из Москвы мы уже летим на Сахалин. Ты сказал «мы»? Да, мы на Сахалине уже сможем арендовать у местных жителей катер и сможем дойти как раз до этого острова. А почему именно эти бобровые камни? Ну, потому что обычно этого острова не видно. Торчат только два гребня, и они похожи на двух бобров над водой. Есть, кстати, поверье, что они стерегут морских звезд на дне. И всего несколько раз в году во время отлива между ними образуется пляж. И тогда можно будет ходить по пляжу и смотреть, как целуются звезды. То есть, значит, мы увидим, как целуются морские звезды, да? Да. Я думала, ты бандит. Вот это заявочка. Да ты мне льстишь. Я знаю. Я дур был. А ты такой... такой другой оказался. И корюшку жаришь, как бог. Да и ты оказался совсем другой. Прям настоящая шкатулка сюрпризов. Какой же я оказалась? Ну, той, которая знает, как размножаются морские звезды, например. Я, допустим, не знал про две гонады в одном. Я забыл, в чем там две гонады? Две гонады в одном луче. Да. Иначе звезда не сможет выпустить воду, сперматозоиды и яйцеклетки. А потом происходит оплодотворение. И появляются еще личинки. Что-то случилось? Да нет, ничего. Ну, я же вижу. Ну, давай рассказывай, что произошло. Зачем ты пригласил этого парня? Казался мне таким жалким, холодным, замерзшим, как котенок выброшенный. Ты сейчас говоришь о пьяном незнакомом мужике ночью в своей спальне. Что, прости? Ты какое право имеешь так говорить? То есть ты считаешь, я не имею никакого права? Ну, ты мне не муж. Не имеешь. Ты куда? Ну и катись!
Слушай, Маш, да всем уже понятно, что ты ему нравишься. Всем понятно, а я знаю, что это не так. Вот тебе сейчас говорит женская обида. А это, знаешь ли, не самый лучший советчик. Маш! Мы тут! Тут ты, ё-моё, а что у вас происходит-то? Дверь открыта. Я закрыл. Бунтует. В Москву собралась. Говорит, что этот серп ее не любит. Ну, вот тут ты, Машка, не права. Мне тут Натали из сплетен в чемодане принесла. Значит, загуляла в баре и сняла там вот такой вот видосик. Ну, естественно, забыла сразу показать. А потом увидела тебя с Горным в инсте. И вспомнила про него. Просто. Да, да, где вы? Да, на втором я был. Константин? Здравствуйте. А где же ваша очаровательная супруга? Дома сидит и не вякает. А если хочешь ее утешить, милости просим, только с моего разрешения. Да ладно! Я в шоке. Ну? Это же он всегда был. В смысле? Ну, он всегда меня защищал и помогал. Так, подождите, я не поняла. А кто тогда за Костю деньги платил? Вы что, совсем не понимаете? Нет. Если это был не Эдик, то это всегда был Горан. Машка! Машка, подожди, 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 Маш! Мама? Маш! Машка! Маш! А, здрасте. Нам кажется, пора. Ну, да. До свидания, тетя Инга. Неплохо выглядишь для больной. Тринадцать тридцать. Мы с тобой улетаем. Что значит мы? Мария, никогда не сомневалась в твоих умственных способностях, так что не разочаровывай меня. Иди собирай свои вещи. А с чего ты взяла, что я куда-то с тобой поеду? С того, что еще не поздно все исправить, все вернуть. А, ты про Эдика? Нет. Я про твое будущее. А что не так в моем будущем? Мария, прекрати валять дурочку. Эдик мне все рассказал, как ты унизила его своим отказом. Человека, который столько сделал для нас. Значит, без подробностей. Мамочка, я хочу тебя огорчить, но я никуда с тобой не поеду. Послушай меня внимательно, как человека, прожившего свою жизнь. Ты будешь страшно жалеть о том, что сейчас натворила, если не пойдешь собирать свои вещи. Я не 9 месяцев тебя под сердцем носила, я 25 лет тебя вот здесь вот вынашиваю. Мам, я ему отказала, понимаешь? Никакого светлого будущего у нас не будет. Ничего не вернуть. Вернуть? Вернуть? Все можно вернуть. Я прекрасно знаю, как надавить на Эдика, когда он еще счастлив будет. Это как пощекотать нервы перед счастливым финалом. Мама, я не хочу ни на кого давить. Я не хочу быть приложением кому-то. Я хочу жить свою жизнь, понимаешь? Ты можешь жить как королева. Мамочка, ну ты же сама сказала, что никогда не сомневалась в моих умственных способностях. Так вот, не сомневайся. У меня есть своя голова на плечах. И я понимаю, что делаю. Я тебя очень люблю, мамочка. Кто он? Это не важно. Это очень важно. Я хочу знать, кто этот человек, ради которого ты ломаешь свою жизнь. Мам, этот человек я. И я хочу жить так, как я хочу, понимаешь? Мария, не смей со мной так разговаривать. Не смей от меня уходить без объяснений. Мария, вернись. Чувствуй себя как дома. Маша, давай поговорим спокойно, как взрослые люди. Я хочу все знать про этого мужчину. Мам, не заперто. Это
Это не Эдик выплатил долг. Что? Он просто воспользовался ситуацией. Он хотел показать себя в выгодном свете. Оказался таким мелочным. Это Горан, мам. Это он нас спас. Так он еще и богатый. К такой-то красоте и молодости. Мамочка, он умный. Он очень умный. Тогда почему ты еще здесь? Женщины нашей семьи все решают быстро. Беги и хватай свое сокровище. Я всегда думала, что ты нежный цветок. А у тебя есть характер. Я люблю тебя. Не я тебя, мама. Извините. Извините. А тут жил молодой человек Горан. Он выехал буквально час назад. Как? Куда? Он в гавань собирался. Ходит в море. Черт. Сказал, что надолго. Мне в гавань. Эй, я занят. Я заплачу в два раза больше, пожалуйста. Да еще такая пробка, мила, проще пешком дойти. А долго пешком бежать? Он прямо 5 километров. Через километр поворот налево будет, срежешь дорогу себе. Окей, спасибо. Давай. Сколько бежала? 5 километров. Ну, я там срезала за поворотом. Очень интересная информация, да? Да мне вообще все интересно, что ты говоришь. И... А я уезжаю. Что, закончился бархатный сезон? Да. Я знаю, что это ты за Костю деньги выплатил. За тебя испугался. Эти люди в этих вещах не шутят. А как ты сделал так, чтобы папу оправдали? Ну, не все же журналисты продажные. Я передал нужным людям информацию. Они провели расследование, сделали свое дело. Твой отец хорошим мужиком. Да, он был очень мудрый. Я хочу следовать его последнему наставлению. И какому же? Я хочу идти по зову своего сердца. Хочу увидеть мир настоящий. Хочу узнать жизнь. И сделать это я смогу только с одним человеком. Мама всегда говорила, что настоящая женщина должна поддерживать своего мужчину во всем. А я считаю, что хорошая жена должна помогать мужу делать успешную карьеру. Полина, вы чудо. Я надеюсь, что мы с вами подружимся. Вы знаете, в наше время крайне трудно встретить такую красивую и вместе с тем очаровательную, мудрую девушку, как вы. Слушай, Полинка, ты шустрая оказалась. Теперь будет женой губернатора. Не то, что наша Машка дура. Уехала неизвестно куда, неизвестно с кем.
Мам, я же тебя просил не говорить на эту тему, мне же неприятно. Ну, прости меня, но я не хотела тебя обидеть, честное слово. Мне вообще странно, а чего тебя эта история так задевает? Вы уже в разводе, слава богу, давно. А вот мы, знаешь, с папой хотели, чтобы ты посмотрел на Катю. Очень хорошая девочка, очень хорошая. И мы родители ее давно знаем. Вот очень хорошая, правда. Посмотрим, я пока об этом не думаю. А ты подумай. Подумай. Перед тем, как вбить сахарную пудру, яйца надо тщательно взбить венчиком до образования густой пены. Да чертова пена у меня никогда не забьется! Да ну, ё-моё, ну, Инга Валерьевна, ну, пожалуйста, пожалуйста! 20-й дубль! Ну, не заплатят нам спонсоры. Ну, взбейте эти яйца. Хозяин фирмы вообще уверен, что эти яйца сбиваются просто от одного взгляда. Кажется, у меня есть способ, как взбить эти яйца. Тонь, иди сюда! Что случилось? Чем помочь? Давай. Отличный способ. Молодец. Так, мне кажется, у нас появился шанс испечь этот пирог. Антонина, далеко, пожалуйста, не уходите. Так, приготовились и начали. Вот так быстро я взбила пену. Осталось только добавить сахарную пудру. Если у вас что-то не получается, пишите мне в мой блог на кухне у Инги. Подключайте друзей, ставьте лайки. Люблю вас. О чем думаешь? О холодном пиве с мармеладом. Да ну. Не может быть, чтобы люди думали об одном и том же, стоя на морозе. Кто бы мог подумать, что парень, который толкнул меня в клубе около входа, может осуществить мою мечту. Свою мечту ты осуществила сама. Ну что, куда дальше едем? А у тебя что, нет плана? Есть, конечно. Будь всегда с тобой. А где решаешь ты? Ну, тогда будь готов ко всему. Доставай карту. Вот так вот. Угу. Звучит угрожающе. Стоп! То есть ты к вопросу решила так подойти вот кардинально, закрытыми глазами? Да, ты что, боишься? А давай. Чэнь-шэнь.